Посылка не дошла до адресата. Сотрудники северо-западной оперативной таможни пресекли попытку контрабанды сильнодействующих веществ. 30-летний петербуржец заказал в Китае лекарственные препараты, предназначенные для наращивания мышечной массы, ввоз которых в Россию ограничен. По данным экспертов, это смеси анаболических стероидов – тестостерона, балденона и нандролона. Таможенники обращают внимание, заказывая спортивное питание из-за рубежа, следует обязательно уточнять, нет ли в составе запрещенных для ввоза в страну веществ. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.